Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зодия на аппарате No Man's Sky. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, потому что мы совершаем следующий варп-прыжок. Так, мы сейчас следуем к Атласу, да? Да нет, не хотел я. Мышка сама наводится сюда и автоматически перекидывает к следующей точке. Вот сюда вот. Летим. Немного я пофармил золото, полетал, совсем немного. И нашел еще одну капсулу. Для костюма еще одну ячейку получил. В принципе, вот и все. Что было за кадром? Хотя, в принципе, планета более-менее нормальная. На ней можно было бы и пофармить еще золото. Просто у меня времени не было особо. Решил не тратить на это время. Но хотелось бы как-нибудь выделить денек, так, несколько часиков, чтобы заняться чисто вот фармом золота. Чисто вот прилетел на планету, нашел все золото, что смог собрать. Радиомачта, интересно. Собрал, полетел, продал и так далее. Где радиомачта? На этой планете. Хорошо, а где? Где? Станция. Опа, совсем близко. Там ее еще собрать, наверное, надо. Ну ладно, нет так нет. Я просто собираюсь скрафтить еще одну варп-ячейку. У нас есть темная материя для этого. А для нее, по-моему, тамий нужен. 100 тамий, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Так, посмотрим, что здесь, на станции. Потом полетим на планету. Посмотрим, что там за радиомачта. Так. Варп-ячейка. Отлично, сразу же можно ее... У нас еще есть антиматерия, да? Давайте тогда еще одну создадим. У нас вроде бы на корабле, да, антиматерия еще одна есть. Можно прямо здесь создать варп-ячейку, сразу же ее зарядить. Расщепитель, кстати, я улучшил. Теперь он вообще гасит не слабо так. Ну, вы сами увидите. Технология заряжена. Так, эту варп-ячейку на корабль перекинем. Нет свободных ячеек. Да, что там? А, уже есть ячейка. Хорошо. Что зарядить? Технология заряжена. Технология заряжена. Так, там И9. Еще пофармить нужно будет. Запомним это. Все остальное у нас в достатке, в принципе. Так, варп-ячейку мы сюда. А сюда плутоний. Так. Почему я очень хочу поскорее нафармить денег побольше? Потому что мне реально нужен новый корабль. Я не могу улучшать этот корабль, хотя у меня много есть для него схем уже приобретено, то есть которые мы находили, но их ставить просто некуда. Вот это все, что я хочу всегда, чтобы было при мне, на всякий случай. У меня вот одна ячейка свободная, в которую я могу вложить, что мне понадобится, и все. Мне нужно еще как минимум несколько ячеек, чтобы улучшить корабль. Так что... Вот такие пироги. Но это нужно очень много времени. Ну, как много времени? Я думаю, несколько часиков точно понадобится. Так, опа, новая раса, ребята, смотрите. Мы ж не встречали таких, по-моему. Или встречали, я не помню, если честно. Так, что здесь есть? Посмотрим. Да, не пройдем, сама собой. Продать у нас нечего. Посмотрим, что здесь можно приобрести. Так, удерживающая жидкость. Она нам понадобится скоро.
Деридий здесь продается хорошо. Антиматерия. Дорого. Кстати, здесь удерживающая жидкость довольно-таки недорогая. Может быть, стоит ее купить или не стоит? Да пока что, думаю, не стоит. Ее можно купить на любой станции космической. Давайте поговорим лучше с этим товарищем. Ты у нас кто? Геолог какой-то. Или встречали мы таких? Я не помню. Корвакс. Корвакс, Корвакс. По-моему, не встречали. Я подхожу к электронной форме жизни, и она начинает инстинктивно изучать меня с головы до пят. Создание оживленно чирикает и наклоняет голову на бок. Чем дольше оно меня изучает, тем больше силикатов, так мне подсказывает мой сканер, поглощает хранилище ресурсов этой станции. Стоп, по-моему, мы это читали. По-моему, уже было у нас это. А мы можем дать ему силикат. Нам нужен кризонит. Давайте купим. Если он здесь есть. Потому что на корабле у нас его не осталось. Кризонит есть. Ай, не хватит, видимо. А ну-ка. Сколько там нужно было? Пятьдесят, блин. Платин у нас тоже нет, ничего нет. Ладно, потом к тебе как-нибудь прилетим. Запомним, что с тобой еще можно повзаимодействовать. А может быть, сейчас здесь у кого-нибудь и купим. Опа, как назло, никого нет. Но только что я слышал звук двигателя, кто-то улетел. Давайте подождем, что ли. Еще один этап, посланник. 15 инопланетян мы встретили. Но торговцы всевозможные на кораблях, видимо, не в счет, потому что их я уже не знаю, там, штук 50, наверное. Видел? Общался? Так, да что ж такое? Как назло, никого нет. Вот как назло. Именно как назло. Да что ж такое. Ладно, полетели на планету к радиомачте этой. Может быть, на планете найдем кризонит. Кстати, где тут астероиды? Вот. Нет, далеко. Интересно, что за сигнал бедствия? Да идите вы в задницу. Ладно, и где же? Где вражеские корабли? Вот, летают, видимо. Ну-ка. Ой, нет, ребята, что-то многовато, по-моему. Ой-ой-ой-ой, что-то здесь слишком сильные эти враги. Полетели по-быстренькому к планете, что ли? Будем спасаться бегством. Вот про что я говорю, корабль нужно улучшать. Я не собираюсь его улучшать, пока у меня не будет ячеек. Мне некуда просто улучшения пихать. 5 атакующих кораблей. Да нет, 5 штук нас разберут. Просто разберут. Ёлки. Блин, ребята, походу нам хана. Да. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря, не успела прочитать. И что теперь? Первая смерть. Технология отключена. Ну спасибо, еще и технология отключена.
Блин, а весь наш груз, вы что, издеваетесь? Что у нас отключилось? А, фазовый луч. Железо, геридий, тамидий. У нас все есть, ребят. А, стоп, где есть? Мы все потеряли, блин. Ну... Ёлки. Обидно. Могила? А, стоп, так мы, по идее, можем подобрать вещи. Да, точно, здесь-то так реализовано, я забыл просто. Стоп, что здесь было? Вот это что? Меч. Хотя зачем мне меч? Вот там ей нужен. Так, где там могила наша? Да что такое? Пропала. Да что такое? Где-то... Так. Вот, все, нашел. Что-то мы не получили. Там и 9, видимо, из-за меди не влез к нам. Давайте тогда сразу же починимся. Зарядим. Медь. Да выбросим к чертовой бабушке. Нам нужен там и 9 теперь, окей. Да уж, корабль нужно обязательно улучшать, нашу огневую мощь, наши щиты, иначе какая может быть боевка здесь? Ну ладно, одного противника я могу разобрать, может даже двоих на этом кораблике, но не более. Пятерых, а тем более среди них был какой-то усиленный, вы видели, красным лучом гасил нас, причем моментально снес наши щиты. Интересно, а нам дали бы какую-то награду, если бы мы спасли тот грузовой корабль, на который напали? Так, поблизости еще есть? А, вот еще. Это, видимо, далеко. Нет, недалеко. Что там у нас? В принципе, ага, вот еще есть. Так что, думаю, достаточно. Ну, уже, чтобы стак полностью заполнить, в принципе. Можно добить. Ну, ладно, полетели на планету. Где там наша метка? Рано, рано мы вошли в атмосферу. Вот таким вот образом. Три. Ну, давай. Где-то, в общем, здесь. Можно спускаться. Какая планета странная. Что это, вода такая, что ли, темная? Или лед, может быть?
Это вода. Судя по всему, здесь очень холодно, снег видно. И, возможно, это все-таки лед. Да нет, не похоже на лед. Снегопад. Стражи типичные. Окей. Что интересного есть? Сфера концентрации. Ну, спасибо. О, это случайно не кризонит там? Да, отлично. Вот теперь пообщаемся на станции с товарищем. Что здесь есть, что можно полутать. Корвус относится к вам лучше, хорошо. Компенсатор отдачи плюс 2. Потом посмотрим. Вот это что такое? Опять юниты. Прикольно, конечно, но мало юнитов. Так, и здесь еще что-то есть. Антенна, интересно. Так, поговорим сначала с Корвусом. Почему-то он мне напоминает игру Сома. Помните, там персонаж, по-моему, похожий был тоже в таком скафандре. Радостное приветствие электронной формы жизни вдруг стихает. Она открывает свои персональные данные, огни маски размываются, а потом в ее внутренних системах возникает сбой. Столбцы данных показывают, что запас энергии стремительно истощается. Существо смотрит на меня, надеясь на мою помощь, и медленным отчаянным жестом указывает на собранные мной ресурсы. Так, Тами-9 у нас есть на корабле. Сейчас мы его... заберем и дадим. Мы не жадные, тем более что за это мы что-то получим полезное в любом случае. Спасем ему жизнь, хотя это все-таки компьютер по сути ходячий, но все же. Так, дадим ему Тами-9. Существо медленно вставляет элемент в отсек на бедре, оно начинает работать. Отлично. Новая технология. Отражатель радиации Сигма. У нас вроде подобное что-то было или не было. Так, Тами-9. На корабль остальное. Отправленный давным-давно, автоматический сигнал бедствия, похоже, остался без ответа. Если мне удастся подобрать код, скорее всего, я смогу извлечь его координаты. Так, отлично, хорошо, смотрим, что здесь. 1... на 2, 2 умножить на 3, 6 умножить на 4, 24 умножить на 5, 120 умножить на 6 нужно. У нас такое уже было, будет 720. Обнаружены координаты места отправки сигнала бедствия. Обязательно туда мы сейчас и слетаем. Надеюсь, недалеко. Но самое главное, чтобы там был хороший кораблик. А что это за отметка? Могила. Так я ж там уже был. А может, они все подобрали, поэтому отметка не исчезла. Ну ладно, как-то не страшно. Так, это у нас медь. Скопление бы... Ух, меди здесь тоже. На этой планете много меди. Будем знать. Так, что у нас здесь? Ударный урон Тау. Это для плазмомета. И здесь юниты. О, какое интересное существо. Надеюсь, не опасное. Меня сейчас больше всего интересует сигнал бедствия. Отлично, летим. А он совсем рядом.
Так что будем без ускорения лететь, возможно, заметим капсулу. Симпатичная планета. Посмотрите, как интересно появились вот эти вот каменные дуги такие. Так, вот, вижу. Так, видимо, сесть негде. Не захотел кораблик наш садиться. Ладно, развернемся тогда. И попробуем еще раз. Да не хочет он садиться. А, садится все-таки. Хорошо. Нашел таки место, надеюсь, недалеко. Далековато, но не особо. Деревья интересные. Там, я видел, можно слово выучить. Ну, если что, сходим, там и золото рядом. Но сейчас мне просто реально не терпится узнать, что же за корабль. Блин, далековато. Железа везде просто полно. Так, ну похоже на что-то грузовое, но пока что не особо понятно еще. Чертеж уже известен. Ну ладно, так. Это у нас типа черный ящик, аварийный маяк. Когда я забираюсь на борт, активируется высокотехнологичная экстренная система корабля, и передо мной возникает тускло светящаяся голограмма. Пилот спокойным голосом докладывает о неминуемой катастрофе. Слышатся звуки взрывов и разрываемого металла. Голограмма исчезает, и вместо нее передо мной появляется множество блестящих устройств. Похоже, что-то еще работает. Искать груз можно ценный, либо технологии. Давайте технологии поищем. Исследовательский корабль перевозил поразительные технологические разработки. Я сканирую чертеж и теперь могу создать такую технологию самостоятельно. Варп-реактор Сигма. Гипердвигатель позволяет прыгать к крайне недостижимым звездам, что дает возможность исследовать еще более далекие глубины космоса. Динамический резонатор нужен. Ну это круто уже. Так, теперь корабль. Самое интересное. Сколько у тебя ячеек? 17, а у нас 16 вроде. Ну, блин, конечно, лучше на одну ячейку, но здесь столько всего ремонтировать, столько мороки. Блин, ради одной ячейки даже не знаю, стоит ли. Наверное, думаю, не стоит, ребята, иначе придется много времени потратить, чтобы добыть все ресурсы необходимые, типа платины там и так далее, микроплотную материю делать, то есть и деньги, и все у нас уйдет много очень мороки, много времени уйдет. Да, к сожалению, не подходит. Так, откуда мы пришли? Где наш корабль? Вон там, да? Жаль. Обидно. Обидно, досадно, но ладно. Так, пойдем слово хоть выучим. Ну и добудем золото по пути. О, груз. Сфера концентрации. Да эти сферы как мусор здесь. О, видите, как быстро расщепляет. Прям моментально. Так, где нам наш кораблик? Сейчас по традиции, наверное, пару минут просто буквально пролетим по планете. Вдруг капсулу заметим. И полетим на станцию, пообщаемся там с пришельцем тем. И будем делать прыжок очередной. Так, немного ускоримся, чтобы не совсем уж плестись. Опа, что это зеленое такое, интересно? А вдруг какой-то новый материал, дорогой?
Вот. Эмерил, круто. Смотрите, как быстро. Класс. Но нагревается тоже довольно быстро. Эмерил у нас стоит... Где? 275 каждый. Не могу мимо такого пройти, просто не могу. Уйди, засранец. По тебе ж попаду. Не нарывайся. С таким расщепителем теперь я моментально буду их разбирать. Этих дронов. Значит, на этой планете есть Эмерил. Вот здесь бы пофармить. Так, еще немного. Нормально все у нас с защитой. Погода здесь не особо страшная. Вот сказал, блин, на свою голову. Буря начнется теперь. Называется, кто сказал, что погода не страшная? Вот вам страшная. Все, побежали. А, корабль рядом. Вот и хорошо. Посмотрим сейчас, сколько мы его нам нафармили. Технология заряжена. Технология заряжена. Технология заряжена. Так, сразу зарядим. Технология заряжена. Хорошо. На 68 тысяч здесь, и здесь на 36 тысяч. Ну, 100 тысяч уже, по сути, у нас есть, ребята. Круто? Круто. По-моему, очень даже круто. Так, ну мы здесь сейчас в поисках капсулы. Что-то здесь за место. Какое-то... Опа, капсула. Ребят, вот это везение. На каждой планете нахожу капсулу. Вот на каждой планете, реально. Круто, по-моему, очень. Так. Ты будешь стоить, наверное, 100 тысяч, да? Где-то так. 100 тысяч получается. Да. Отлично. Вообще круто. Круто, круто, крутота вообще. Класс. У меня уже в экзокостюме больше ячеек, чем в корабле. Прямо даже как-то смешно. Так, ладно, полетели. Летим прямиком на станцию, распродадимся. И будем делать варп-прыжок. Так, где там станция?
Блин, планетарные помехи, нужно еще подальше отлететь. Погнали наших городских. Так, к могиле все равно летит. Не надо нам к могиле. Ну ладно, раз уж. Или вот так вот отменим просто. Хорошо. Вау. Прямо надо мной. Это что-то большое летит, по-моему? Корабль. О, какой корабль интересный. Желтенький. А, нет, показалось. Хотя нет, большой. Но не особо грузовой, видимо. Что, товарищ, теперь у меня есть, что тебе дать. Посмотрим, что ты дашь нам взамен. Дадим ему редкий силикат. Огни электронной формы жизни внезапно загораются очень ярко. Мой подарок оказался очень кстати. Создание благодарит меня. Оно кладет свою кремниевую руку на мой визор и передает мне знания о языке своего народа. Подавитель токсинов. По-моему, у нас такой уже есть. Ну да ладно. Помогли. И то хорошо. Так, продаем мы. Что мы продаем? Гипнип. Золото. Эмерил. Сфера концентрации. И все. На звездолете у нас ведь ничего нету. На продажу не оставлял? Нет. Ну что, прыгаем в таком случае. Опа, что это летит? Большое, по-моему. Давайте глянем, любопытно. Давайте посмотрим, любопытно, сколько здесь ячеек и сколько стоит. Текущее отношение тезис. 24 ячейки, 1500. В принципе, можно купить. Давайте все-таки подождем, я пофармлю хорошенько. И купим сразу корабль получше. Мы встречали один раз корабль на 30 ячеек. Правда, это был один раз. Но я думаю, если на станции просто полчасика покантоваться, в любом случае прилетит хороший корабль. Просто нужно подождать, потерпеть. Главное, чтобы были деньги на покупку. Так. Запуск. Можно, в принципе, прыгнуть сразу несколько раз, но так неинтересно ведь. Ну, точнее, если бы можно было прыгнуть сразу через несколько точек, тогда да. Ну, а так, прилетел и сразу прыжок, как-то не то. Вот Ганоголо 7. Блин, елки, да ну не надо так сразу, что ж вы. Кто это меня так подбил?
Сигнал бедствия. Нет, я сейчас не в состоянии помогать. А знаете что, на завод мы, наверное, не полетим. Или все-таки полетим, почему бы и нет. Так же самое, слетаем на завод, потом опять прыжок сделаем. Может, на планете капсулу найдем еще одну. Будет вообще прекрасно. Так, извиняйте, но у меня корабль не боевой пока что. Как только найду хороший корабль, куплю, нафармлю денег, тогда уже превращу его в боевой. Хорошенько улучшу. Тогда уже буду помогать. Пока что не могу. Разберут меня на части. Как пить дать? Так, никого нет. Жаль. Что здесь продается? Что здесь покупается? Понятно. Ничего полезного. Нам нужен, кстати, будет динамический резонар для чего-то. Не помню, для чего. Давайте посмотрим, для чего. Помню, что для чего-то нужен был. Так, здесь железо и углерод только. Токсины. Ага, радиация, токсины. Классные штуки, надо бы сделать, наверное. Здесь мы не можем посмотреть. Что-то для корабля с гипердвигателем связанное. Стоп, давайте мы перекинем что-нибудь, допустим. Допустим, вот этот плутоний. Да, плутоний перекинем. Посмотрим, что здесь. И нужно ли нам это. Ну что? Улучшает маневрирование. В чем разница между Сигмой и Тау? И что значит закрепить схему? Типа поставить куда-то, чтобы потом уже ее создать, занять место, типа. Вот, гипердвигатель позволяет прыгать к ранее недостижимым к звездам. А иридий еще нужен и медь. Это мы будем делать, когда будет новый корабль. Окей. Так, знаете что, ребята, давайте на этом мы серию закончим. Смотрю, просто по времени опять-таки затягивается вроде. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.